Добрый день всем, меня зовут Ангельская Юлия, и я врач-офтальмолог и по совместительству молодая мама, которая недавно вышла из декретного отпуска. В коралловом клубе я уже 2 года. Первое, с чем я познакомилась в коралловом клубе, это была коловата и Coral Mine. На фоне грудного вскармливания у меня появилась на руке, на кисти и на пальце экзема. Я пробовала как врач лечить гормональными препаратами, антигистаминами, но эффекта не было. Кроме того, за первый год жизни малыша я, сидя дома, в декретном отпуске поправилась на 13 килограмм. И я поняла, что я человек здоровый, но проблемы у меня какие-то начались. Первое, вот, что я прошла, это была коловата. После коловаты я заметила, что действительно у меня пропала экзема. С тех пор прошло 2 года, и... Больше она не появлялась. Кроме того, на фоне коловаты я сбросила свой первый вес. Это было 4 килограмма. В настоящий момент у меня минус 13,5 килограмм. Вот все, что я набрала, все я назад сбросила.